Наверно, скоро выходить разучимся. Уже привычка ездить нас живет. Пройти пешком всего два шага мучиться. 100 километров на потом не в счет. Звучит как музыка, как аромат. Вдыхаем мы бензин. Что нужно? Шоссе полоска узкая. До запчастей заветный магазин. Өлдіріп жүрген адамдардың бәрін тәртібіне шақыруыңызды сұраймыз. Біздің үйіміз салып, үйіміз тәртібіне берсін. 3 жыл уақыт болды. Мен өзім 14 миллион ақша салдым. Бірден салып тастадым, фундаментті құйып жатқан. 5 бөлмелі үйге салғанмын кезінде, соның 2 бөлмесін жұмысы жүрмей жатқан 2 бөлмесін ақша салдым. Міне, машина отырған көрдім. Міне, 2 машинаға отырып кетті, міне, арандатушылар. Полиция қарап тұр. Естіген жоқ. Міне. Арнайы міне. Жұмыртқаны алып келген. Біздің аналарымызға міне. Мынау тұрған бейбіт аналарды осы таратпақшы. Аранда тұрсап. Бәрін машинада мынау. Фортунер деген машинада тұр, мына сары нөмірде. Сендер барып амандасыңдар, көрдіңдер, солар? Иә. Сендер жатып, қашан сендер мынау амандасты ғой барып. Бетіне маска киген. Аха.
Давайте начнем личную область. Мы на время сказали, 17 часов, значит так. Сумки, да, сказали? Да. Так. Там не в разное вещество, какое это? Белого цвета, да? Со специфическим запахом. Пакетик зиплок, да? Зиплок камнеобразное. Камнеобразное? Камнеобразное вещество. Какого цвета? Белого, да? Белого. Белого цвета со специфическим запахом. Внутри с этого пакета диплока, да? Диплока. Пакет травести все вроде. Урогом пойду. Так, камнеобразный, коричневого цвета. Со специфическим запахом. Камнеобразное вещество коричневого цвета со специфическим запахом. Давай, до конца, родной. Страшок, родной, никак. Как страшок, пупка. Мы ашки. Кармане только 5 ход ноги. Мы с тобой не просто кучу биологии. Мы с тобой довольны, как веки под свинцом без паники. Сізге айтмышлы қаттыма жасытау мақсаты. Ақтау қаласы 11-ші шағын аудан мен 12-ші шағын аудан ортасында 22-ші үй қарсы тас жолда жаяу жүргіншілерге арналған жолда суға шомылып автокөліктерге кедергі жасаған үшін Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық туралы кодексінің 615-ші бабы бойынша әкімшілік хаттама жасап отыр. Және де екінші әкімшілік хаттама Қазақстан Республикасының әкімшілік құқық бұзушылық кодексінің 505-ші бап 1-ші бөлігі бойынша әкімшілік хаттама жасап отыр. Сізге хаттама таныстырдым, келісесіз бе? Ищи Самарда Крэнг. Жайы жүргінші жолақта көбік сумен шомылған үшін сізге әкімшілік хаттама жасап қойды. Түсіндіре алдым ба, Зымыр?
погоня. Какой детективный сюжет обходится без нее? Один бежит, другой догоняет. Таков непреложный закон жанра. Детектив без погони – это как жизнь без любви. Прижимаемся к обочине, останавливаемся. Кладбище Актау разграбили охотники за металлом. Жители города бьют тревогу. Говорят, оградки пропадают регулярно и сразу по несколько штук. Люди обратились к чиновникам за помощью. Как выяснилось, власти о проблеме знают, но решить ее пока не могут. Репортаж Светланы Султангиреевой. Я была вот в начале недели здесь. Была оградка, стояла вот такая добротная оградка, здесь вот есть следы прямо от оградки. Когда пришла, выходные были влажные, и вот прям когда вытащили, оно прям влажная земля была, что прям свежая-свежая. Пропали сразу несколько металлических ограждений, рассказывает Елизавета Степанова. Женщина приехала к могиле матери, обнаружила, что вандалы обокрали сразу несколько могилок. Я ехала сюда, у меня было волнительное ощущение, что на самом деле вот тут тоже как бы это, мы можем быть следующими. Есть пожилые люди, которые уже не в состоянии будут заменить, поставить. Это стоит сейчас очень немалых денег, оно и раньше просто не было. И люди вот останутся, и что потом с этим делать, из кого спрашивать. У воров есть четкий план, делится наблюдениями горожанка. Орудуют по периметру, там, где удобно ограждение выкопать, а после быстро перебросить через забор. Должно быть герметично закрываться, по крайней мере, чтобы не было возможности приехать затемно, все это вытащить. Это раньше было, даже памятник, но это как-то было штучно, где-то что-то услышишь. Ну а здесь уже масса. Чиновники признают, хищение металлических ограждений происходит на всех трех кладбищах. Уследить за ними сторожам, а их только по одному на каждом погосте, физически невозможно. Территории в десятки гектаров. Решить проблему помогла бы система освещения и видеокамер, но денег на нее власти города пока не выделили. Я написал, вот ждем ответа сейчас. Там не только камера, есть освещение туда, есть асфальтирование дорог, вот это тротуар, подведение питьевой воды, видеокамеру и наблюдение. Ну, это да, освещение. Это единственный выход. Это. Да. Мы об этом написали. В этом году на содержание актауских кладбищ выделено 10,5 миллионов тенге. Но для того, чтобы решить проблему с вандализмом, необходимо еще 17, сообщил глава коммунального предприятия. К слову, искать украденные оградки стражи порядка пытались по пунктам приема металла. Но там, по словам Муратбая Капенова, даже если искупали, не признаются. Сантангирева, Александр Иванов, Астана Таймс, Актау. Thank you.
Thank you.